Мы его записали. Перед этим туром Уреддинга, и команда снимала скальпы, в принципе, у соперников, скажем так, может быть, не самых именитых, но брала свои очки там, где их можно было взять. И эта игра показала, что Рединг намерен придерживаться подобной тактики, следовать этой тенденции и в дальнейшем. На ваших экранах Дойл, футболист, который забил свой 8-й гол в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Результат более чем достойный для новичка. Это чуть меньше, чем половина всех мячей, которые забил Рединг. На 33-й минуте 24 000 зрителей дружно зааплодировали своей команде, которая действительно провела просто образцовый